Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как подключить наушники Aukey EP-N5 к Android устройству, либо же любому другому устройству. К iPhone это, в принципе, делается точно так же. Просто открываем наши наушники, достаем оба наушника, после чего разблокируем наш телефон. Переходим в настройки. Сеть интернет. Нам нужно найти Bluetooth. Это просто откроем вот так и зажмем на Bluetooth. Нажмем добавить устройство. Вот они, наши наушники. Устанавливается соединение, нажмем добавить. И вот и все, как видите, мы видим зарядку, и мы подключились к нашим наушникам. Просто вставляем их в уши и слушаем музыку. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!